Здравствуйте, меня зовут Валентина. Сегодня я вам расскажу, как зарегистрироваться в платформе Wix для того, чтобы можно делать свои сайты. Заходим в интернет. В поисковой строке набираем Google. И откройте свой аккаунт, который мы с вами регистрировали. Подготовили это. Переходим назад в поисковую строку и набираем Wix платформа. Вот тут написано для сайта. Находим. Находим тот сайт, где официальный адрес wix.com. Вот он стоит здесь первым. Посмотрите, вот здесь он. Вот он, wix.com. Нажимаем на него. Вот такой красивый сайт для нас подготовлен. В правом верхнем углу нажимаем слово «Войти». Войти через Google. Посмотрите, Wix спрашивает разрешение, чтобы просматривать ваш сайт в Google. Видите, вот ваша аватарка тут. Обратите внимание на это. Нажимаем слово «Разрешить». И вам уже не надо заводить здесь ни новый логин, ни новый пароль. Мы с вами зашли через Google. Все. Здесь можно, просмотрите сами, какой сайт вы хотите. Или блог создать. Вот тут есть шаблоны. Они разбиты по категориям. Например, для бизнеса. Вы выбираете и редактируете. Мы с вами будем создавать лендинг. Мы его не будем создавать, мы создадим себе только платформу для лендинга. Но если вы хотите, то, пожалуйста, сами можете самостоятельно попробовать. На этом все. До свидания. До новых встреч.